Развитие жилищно-коммунального комплекса, ремонт улично-дорожной сети и другие темы обсуждались на встрече губернатора Игоря Рудени с главой Калининского района Андреем Зайцевым. Один из самых актуальных вопросов – повышение качества питьевой воды. Сейчас водоснабжение населенных пунктов муниципалитета идет через 101 артезианскую скважину и 3 насосные станции. Речь шла об организации систем водоочистки в селе Медное, поселках Васильевский Мох, Орша и ряде других. По предварительным расчетам, стоимость строительства локальной станции обезжелезивания составляет более 10 миллионов рублей. На встрече Игоря Рудени с главой района также обсуждалась помощь региона в ремонте автомобильной дороги в деревне Дмитровская Заволжского сельского поселения. Это участок протяженностью около километра, по которому кроме частных авто ходит общественный транспорт, а также школьный автобус. Подготовлена проектно-сметная документация, в соответствии с которой стоимость работ составляет 5 миллионов 300 тысяч рублей. Объект планируется отремонтировать в текущем году при условии выделения дополнительного финансирования. Всего до конца года Калининский район получит областную субсидию на ремонт дорог в размере 70 миллионов 300 тысяч рублей.